Всем привет! Продолжаем проходить Dying Light Following. Порывшись по подсказкам, найдено было 4 подсказки, я не знаю, что это значит. То ли 4 предмета тут будет, то ли просто для проверки, как один из вариантов возможно нахождений. Ну, посмотрим, колодец желаний. Сказано, что под статуей есть какая-то пещера, нора. Точного места тут нету. Все желтое. Что искать конкретно, тоже не сказано. Там внизу это вода, наверное, можно спрыгнуть. Вот на каком уровне искать? Колодец, что там сказано? Потайная пещера. Ну, эта пещера, может, вот это и есть, которая в данный момент. Бегите, ваша прозлок. Что тут? Бежать не выйдет. Призраки вас увидят. Колодец какой-то. Глубоко. Наверное, спускаться. А, там лесенка. Ну-ка. Далеко лететь. Капец. Опасно. Можешь прыгнуть туда, да и нахрен. Там же типа вода. Как под, ну, тут-то перелезти? Он же тут не подпрыгивал. Так. Все ниже и ниже. Опасно. Наверное, не сюда. Ну, чё ты, блин? Мы полагаем, где-то поблизости разбился самолет. Надо проверить. Так, еще чуть-чуть. А давай прыгну, нахрен. Надо сразу прыгать. Где тут что сокровище-то, я? Сокровище, вы где?
Наверное, там где-то лазейка есть, пещера какая-нибудь. А где вот конкретно, интересно? О, сундук. Быстрей! 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 Греби своими лопатами. Успел. Успел. Чё взял? Что-то взял и не понял, что взял. Где оно, это задание? Ну блин, а. Оп. Сейчас километр подниматься. Епарасете. Опасно. Куда прыгать? А сейчас куда? Не вижу. По стенке. Пока залажу, прокачаюсь по полной. Не вижу, где. Наверное, опять по сюда. Нет. Не понял. Блин, этот фонарик узко светит. А, во, лесенки. Во. Вот так вот. Капец. Тут еще лесенки не смаху увидишь. А потом так раз сорвешься и полетел. И забирайся снова. Прикольное испытание. Чё очки навыка? Где вы там? Навык.
Нанесение удара тому же. Так, значит, что здесь? Чем больше лупишь одного, тем крепче удары. В принципе, неплохо. О, о, о. Капец. Что-то кнопку чуть ли мимо не нажал. Ну вот же, запрыгивай. Чего не цепляться? Куда тут прыгать? Опасно ведь. Блин, сейчас зацепился. Чё б такое было? Ой-ой-ой. Ножка подвернулась. Мизинец на руке ослаб. Ну, в общем, почти выбрался. На вертолете подняли потом. Лесенку скинули. И вылез. Так что можно считать, что я вылез. Там осталось-то две ступеньки прыгнуть. Ух ты, темнеет, надо сваливать быстрее отсюда. Пока эти твари не прискакали. Скачущие. А на этом пока я закругляю видео. Если что есть, комментируйте. Всем пока и до новых видео.